Джаз Синема – это большой кинотеатр в городе Магнитогорске, где каждый может выбрать свой фильм на вкус. Чем интересен джаз-молл? Своей доступностью. Это даже более нужно для города современного. Он грамотно скроен, и в принципе правый берег – это три улицы от вокзала до новых районов. А в Ленинском районе добраться до любой точки – это максимум 5-10 минут пешком. К слову о том, что всегда есть возможность припарковать свои машины. К слову о том, где кинозал. На втором этаже едем на эскалаторе. И можно даже релаксануть, в смысле перекусить. Ну а в принципе, перед просмотром фильма вы можете зайти и попить кофе. А если вы еще хотите вкуснее поесть, сейчас мы пойдем в это место. Ну, а если сильно хотите поесть, вы можете пойти вот это второй фудборг, фудкорт, где присутствуют разные суши, пиццы, бургеры, картошки. Бывают человеки разные, бывают те, кому не сильно хочется сидеть, а энергия прет по небалуйся. О как! Батутный парк с примочками – это для киндеров. Очень хорошая тема, потому что не каждый может так перевернуться. Не каждый. Ну, если вы взрослый человек, есть фильмы, конечно же, 18+. И вам некуда деть ребенка, и вы, в принципе, можете его на час или два часа отдать в этот прекрасный батутный центр, где ребенок может попрыгать на батутах, поваляться в шариках или поиграть в лабиринт. Теперь вопрос прямой. Где оно, удовольствие? Вот оно, малость объясню. Тема весьма интересная для киндеров и отроков. Чем именно джаз-молл вам нужнее? Отсутствие напряжных дорог. Это одно из тех, что так необходимо для детей разного возраста. Они есть, но дальше. То есть учителя в большем удовольствии посещают этот зал. Другой вариант. Залы в шаговой доступности. Бегать не надо. Я-то был везде, но здесь вкуснее. К слову о вкусе. Что нужно? Попкорн, то есть взорванная кукуруза разных оттенков. И соленая, и сладкая, и с сыром. Мороженое свежее, здесь и чипсы, и напитки. То есть никуда бежать не надо. Хрустим и радуемся. Кино! Также во время просмотра фильма, чтобы вы были сыты, вы можете зайти в фудкорт. Тут присутствует очень много разных деликатесов по типу попкорна. Присутствует целых 4 видов вкуса начос. И также есть разливные напитки. Ну а самое-то главное, то что ценники довольно очень маленькие, почти как в магазине, но прям немножечко больше. Из-за этого вы можете даже никуда не торопиться и купить сразу же все, поесть в этом фудкорте. Конечно, можно и дома, но удовольствия такого не получится. Нет ни 3D, нет фантастического погружения в события и нет звука. Обалденного, нет и все. А здесь есть, и сумма это меньше 3 долларов, это дешевле, чем в Штатах. Вот к вашему представлению тот самый зал, где вы будете смотреть свой фильм. Тут присутствует очень большой экран и также очень хорошая музыка. И имейте в виду, вы не получите ни одного неудовольствия от просмотра фильма. А как бы объяснить то? А может и не надо? Всем это нравится. Нравится всем. Я честно люблю джаз-молл за то, что он есть. За четкое и недорогое удовольствие от папы на пенсии. Самый главный вопрос, почему же я выбрал именно это место? Ну, допустим, дом – это дом. У вас небольшой телевизор и среднее качество звука. А в этом кинотеатре огромнейший экран и бомбезное качество звука. Например, как вот эта Toyota Mar.